Работа идет полным ходом. Сегодня в нашем жилище очень много гостей. Да. Каждый занят своим делом. Кто-то свой вигвам строит. А вот, конечно же, атрибут Нового года и зимы – это, конечно же, снеговик. Какой большой, красивый. Прям настоящий снежный папа. Это заяц? Уши. Росик, что делаешь? А, вигвам? Не, не вигвам. А что? Ты так не разрубишь, тебе нужно просто взять пилу и элементарно все это отпилишь. Надо так взять. Ее же. Конечно. Такой традиционный обычай. А у нас такого обычая нет? Ну, жарко. Не виноват, что у меня нет. Ну что, Юль, перестала там коптить? Да. Это как они было. Значит, да. О, какая красивая дверка. А тут потоп. 2 января, а тут март месяц. Весь год трудился я не зря, пора в дорогу мне. Последний лист календаря остался на стене. Последний лист календаря остался на стене. Чтоб елочка под Новый год надела свой наряд. Игрушки я беру в поход, подарки для ребят. Игрушки я беру в поход, подарки для ребят. Солнышко в окошко светит. Гостил я летом у ребят и видел наяву зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Меня в дороге солнце жгло, я таял от жары. На север я везу тепло, да. Улыбки детворы. На север ну, я везу тепло, улыбки детворы. А дров-то у вас нет, которые на кору сгорели, которые сгорели? Беленький, беленький. А это не беленький. Юрчайки. Ты нунчайки будешь делать? Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Выживание в лесу». Я построил только салат. В следующем видео объясню, как его строить. Вот такой нож я где-то отыскал.